блуждающий нерв, самый длинный в нашем теле, соединяет мозг с сердцем, легкими, желудком и кишечником. Итак, как же он влияет на наше здоровье? Во-первых, он регулирует стресс. Блуждающий нерв помогает успокоить нервную систему и снизить уровень стресса. Далее он влияет на пищеварение. Случалось, у вас болел живот от волнения? Это ваш блуждающий нерв в действии. Он также улучшает настроение. Стимуляция этого нерва повышает уровень серотонина и дофамина, ваших гормонов радости. И, наконец, он уменьшает воспаление, играя ключевую роль в работе иммунной системы. Хотите активировать свой блуждающий нерв? Попробуйте глубокое дыхание, пение, йогу, холодный душ или даже массаж шеи. Помните, психосоматика – штука сложная. Если вас беспокоят проблемы со здоровьем, обратитесь к специалисту. Подписывайтесь, чтобы узнать больше о психосоматике и блуждающем нерве. И оставляйте комментарии, если хотите подробнее изучить какую-то конкретную тему.